Гуманное общество Soy Dog Foundation, занимающееся спасением бездомных собак Таиланда, получило звонок о том, что по Пхукету гуляет истощенный и больной хаски. Хаски очень энергичные, с ними нужно много гулять и играть, взрослая собака требует хорошего ухода и времени, и не каждый знает об этом, когда берет в дом щенка модной породы. Пока щенок маленький, он как живая игрушка, но взрослая собака уже требует куда большей ответственности. Хаски, которой дали кличку Несси, имела большой букет заболеваний. У нее была анемия, воспаление глаз, раны на лапах, а кроме того демодекоз и саркоптоз, выпадение меха и сильный зуд от клещей. Несмотря на все свои болячки, этот хаски оставался настоящим хаски. Когда к нему подошли люди, чтобы его поймать, он не убежал и не огрызался, а завилял хвостом. В приюте общества люди занялись лечением болячек Несси. Спустя 2 недели она показала первые улучшения, а спустя 2 месяца у нее наконец начала отрастать новая шерсть. Но уже спустя несколько дней в приюте Несси снова начала улыбаться. До этого она, несмотря на свое дружелюбие, выглядела довольно грустно. Ее перевезли из приюта Таиланда в США с помощью другой группы по спасению собак The Devoted Barn. Там Несси поменяла кличку на Мачи и теперь ей ищут новый дом. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.